В группе «Паблик Тольятти» соцсети ВКонтакте рассказали, что в Автограде в минувшие выходные молодой парень провалился в вентиляционную шахту. Нестандартный вызов был отработан специалистами Центра гражданской защиты. Инцидент случился на улице Железнодорожной. Около 16:00 в центр пришло сообщение от местных жителей, что из шахты раздаются крики о помощи. Прибывшие спасатели, используя альпинистское снаряжение, извлекли оттуда 26-летнего молодого человека. Пострадавший был передан медикам. По каким причинам парень оказался в вентиляции, выяснить не удалось из-за его неадекватного поведения. В ЖЖ-сообществе «Самарский край» сообщили, что жители Самары сами взялись за лопаты. Устав ждать милости от властей и управляющих компаний, горожане собственным примером показывают, как надо работать, расчищая тротуары от снега. Например, Екатерина, хрупкая девушка и молодая мама, ударно потрудилась на Черемшанской. Девушка почистила себе парковочное место, а заодно и пешеходом пробила дорожку и песочком наледь обработала. Катя пообещала продолжить пробивать к своему дому дорожку, так как все УК от этой территории открещиваются.